Оперативно эвакуировать жителей, предоставить им временный кров, обеспечить питанием и медицинской помощью. В поселениях Сургутского района готовятся к возможным паводкам. Хотя по предварительным прогнозам синоптиков большой воды в этом году не ожидается. Потенциально в зоне подтопления находятся 5 населенных пунктов в поселке Сытомино, Локосово и деревне Верхнемысовая, Рускинская и Тайлакова. Специалисты управления ГО ЧС проверяют пункты временного пребывания людей. В Сытомино, к примеру, это местная школа. На случай необходимости там есть одеяло, подушки, постельное белье и даже халаты с тапочками. Разместиться одновременно здесь смогут около 300 человек. Отмечу, что муниципалитет ежегодно выделяет средства на укрепление береговой зоны, а также следит за наличием спецтехники и готовностью подвести питание. Отдельное внимание обучению добровольцев из числа местных жителей. Они в случае необходимости смогут помочь спасателям. В Сытомино также было дано поручение проработать дополнительные возможности по привлечению транспорта в имеющихся организациях, а также определиться с местом забора грунта, допустим, песка, для того, чтобы, если необходимость была такая, усилить дамбу. Ну, миллион, как вы знаете, у нас ежегодно выделяется на эти мероприятия, но в случае необходимости дополнительно, соответственно, из резервного фонда администрации Сургутского района будут выделены деньги.